Среди жертв теракта в Бангкоке казахстанцев нет. Об этом официально сообщило Министерство иностранных дел нашей страны. Тем временем военные обезвредили еще два взрывных устройства. В этой связи усилены меры безопасности в городе. Район, где произошло ЧП, оцеплен силовиками. Власти Таиланда установили личность подозреваемого в организации теракта. Его вычислили после изучения данных с камер видеонаблюдения. Возможно, злоумышленник является членом антиправительственной группы. Напомню, взрыв на оживленном перекрестке в центре столицы прогремел накануне вечером. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе четверо иностранцев. Свыше 120 прохожих получили ранения. Власти назвали случившееся терактом против иностранных туристов. Среди жертв – граждане Китая и Филиппин.